Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен буду делать то, что я делаю очень-очень редко. У меня, наверное, на канале вышло всего лишь парочка, может быть, таких видео, где я слежу за подписчиками и вообще за всеми игроками на сервере. Во-первых, у нас тут первое, что я хочу сказать, битва диванов. Просто что происходит? Тут реально битва диванов, ребята. Тут они диванами дерутся. Блин, я как-то попала в этот эпицентр событий. Наверное, я сейчас предлагаю посмотреть сначала, что происходит на спауне, а потом пойти по домам и смотреть, что же там такого у нас происходит и что скрывают жители этого города. Наверное, мне для начала понадобится бинокль. Мы должны быть максимально незаметными, чтобы нас никто не засек. Итак, бинокль мы взяли, и давайте посмотрим пока что здесь без бинокля, потому что и так хорошо видно. А потом уже пойдем с биноклем смотреть. Здесь реально просто какая-то битва диванов, стоит палатка, какие-то девчонки тут бегают и диванами дерутся. Очень интересно, почему они это делают. Давайте посмотрим, какие дома у нас есть, конечно. После того, как вышло новое обновление с этими домами, это просто, они теперь только стоят и стоят постоянно. Давайте же посмотрим, нам нужно куда-то усесться. Я буду следить так, чтобы нас было максимально незаметно. Поэтому я сейчас, наверное, пойду вот сюда, закажу себе чашечку кофе, значит, пойду смотреть, что же происходит у нас в Брукхейвен. Давайте, наверное, начнем с самого первого дома. Так, здесь ничего нет, здесь нет. Здесь у нас в доме пусто. Здесь, смотрите, есть что-то интересное. Давайте мы сейчас возьмем бинокль и будем вот так наблюдать, ребята. Смотрите, здесь, значит, живет какой-то парень, и к нему ломится девчонка. Еще одна едет к там на задний двор. Тебя, походу, ограбить хотят. А, нет, девчонка там что-то объезжает. Смотрите, она поехала в... А, вот, она сюда заезжает. Нет, она передумала, походу. Офигеть, она решила припарковать свой самокат в гараже. Серьезно? Окей, ладно. Кто мы такие, чтобы осуждать? Что она делает? Она... Ее нигде не видно, она застряла в гараже. Что вообще здесь происходит? Здесь девчонка свалила. Свалила девчонка, там удалился дом. Пока ничего такого не... Опа, так вот это выходит. Решила зайти обратно. Интересно, это ее дом или не ее? Очень реально интересно. Так, смотрите, она забегает к себе домой. Она могла вроде через внутреннюю дверь зайти. Передумала, передумала. Там припарковала самокат. Нет, она решила просто обижать круг вокруг дома. И еще один кружок. Нет, зайти обратно все-таки через эту дверь. Нет, все-таки не надо через эту дверь заходить. Надо обратно зайти в гараж. То, блин, у этого за человека странная последовательность траектории движения. Она какую-то странную вещь делает. Обратно открывает, значит, гараж. Так, ребята, это максимально интересно наблюдать. Забила, забила, не хочет попасть себе домой. Решила выйти на дорогу. Решает, в какой же дом все-таки пойти. Нет, ребята, все, она вообще выбрала гольф-кар и решила поехать. Самокат припарковала. Сейчас будет гольф-кар парковать, походу. Походу, он сейчас в гараж поедет. Реально, что ли? Нет, пожалуйста. Серьезно? Как бы, извините, серьезно? Она взяла, значит, самокат, припарковала у себя его в гараже, вышла, побегала вокруг дома, в который не зашла, и еще раз побегала, зашла в одну дверь, вышла из нее, потом зашла опять, взяла гольф-кар, припарковала его и просто убежала. Очень интересная история была, следим дальше. Смотрим дальше, что происходит. Вот здесь тоже что-то интересненькое. Давайте еще раз возьмем наш бинокль и будем смотреть, что здесь такое. Здесь, значит, девчонки и белка. Белка и две девчонки. Что же они делают? Почему у них белка, ребята? Следить за людьми вот так вот. Во-первых, у них написано на тайском, девчонки из Таиланда. Белка, походу, тоже тайская. Класс, смотрите, уже три девчонки. Две из них с белкой, одна без белки, другая в шапочке. Они там что-то переписываются, но ничего пока не происходит. Это ставит себе дом, склад и побежала туда. Ну, прикольно. Интересно, кстати, что там с той девчонкой, которая так и не решилась войти в свой дом, а только припарковала гольф-кар. Эти девчонки куда-то побежали. Вот эта девчонка. О, смотрите, тут еще одна. Слушайте, там какая-то вечеринка, интересно, намечается. Давайте посмотрим. Вот, они поставили дом. Давайте же посмотрим, что в нем происходит. И здесь как раз рядом вот эта девчонка с гольф-каром. Здесь уже три девчонки. Тут, короче, какая-то просто девичья вечеринка, походу. Вечеринка в пижаме, в гостях у подружек с белкой. Вот это очень интересно. Получается, три девчонки и белка. Все пошли домой. Что у них там будет такое? Ладно, давайте пока посмотрим, что происходит в других домах, потом вернемся. Смотрите, тут тоже что-то интересное происходит. Давайте же последим за этим и посмотрим. О, ребята, тут вообще тусовка, капец. Давайте, наверное, проследуем в следующие дома, которые есть. Вот это очень удобненько тут смотреть. Тут вообще, это я не понимаю, что это излучается от человека. Блин, ребята, тут, конечно, давайте, наверное, мы сюда попробуем сейчас телепортироваться. Вот мы встаем, убираем бинокль и попробуем телепортироваться вот сюда. Посмотрим, что. Будем, значит, в эпицентре событий. Здравствуйте. Пермиси. Да, пермиси, пермиси. Они там что-то общаются, я не знаю, кто они, на каком они говорят языке, потому что пермиси это точно не английский. У них там что-то вообще происходит, они кому-то
кому-то в дом ломится, офигеть. Ребята, тут кому-то в дом ломится, нифига себе. Хорошо, давайте мы, наверное, сейчас, я предлагаю не ломиться в дом, я предлагаю просто сразу, как бы бесцеремонно зайти в этот дом и посмотреть, что будет, как мы будем следить за подписчиками из их же дома. Это должно выглядеть очень интересно. Вот сюда предлагаю, значит, пробраться. Сейчас ставим спальный мешок, ребята, я оказалась умнее всех. Все, я в этом доме. Привет, человек с летучей мышью. Он стоит, ничего не понимает, точнее, человек летучая мышь, вот так он выглядит, прикольно. Давайте посмотрим, что же у него здесь происходит. Короче, к нему в дом пытаются вломиться. Я уже вломилась, ребята. Они ждут, пока им дверь откроют, а я ничего не жду, я просто беру и делаю. Да, мы сейчас поднимаемся на второй этаж, смотрим, что у него здесь. Знаете, ничего такого, вот обычный житель Брукхейвена, ничего не скрывающий, вот просто такой вот горожанин, у которого нет секретов. О, девчонки тоже вломились, интересненько. Смотрите, тут реально какая-то тусовка собирается. Там еще одна находится за пределами. Здесь уже две вошли. Тот что-то пишет. Офигеть, ребята, здесь просто реально тусовка жесткая. Так, давайте, наверное, попробуем куда-то телепортироваться в другое место. Посмотрим, у кого там еще какие где дома, ребята. Что есть еще интересного? О, смотрите, нифига себе тут вечеринка. Офигеть, ребята, вот это уже интересненько. Это вот вечеринка у тех девчонок. А здесь напротив у него просто офигеть. Что это вообще такое? Ребята, блин, я, может быть, что-то путаю, но я на общем сервере, у нас вроде бы можно ставить 5 пропсов. Возможно, произошли какие-то изменения, вы можете написать мне об этом в комментариях, но здесь явно больше 5 пропсов. Я знаю, что на 30 пропсов на приватном сервере и 5 пропсов на общем сервере, но здесь куда больше 5 пропсов. Здесь куча прожекторов, лампы, какие-то билборды всякие стоят. В общем, здесь реально очень много всего. Дом, кстати, открыт. Давайте посмотрим, что происходит внутри дома. Походу, ребята, ничего. Походу, наши реально горожане Брукхейвена просто супер такие скромные люди, у которых нет никаких секретов и никаких непристойностей. О, смотрите, здесь дом полностью просвечивается прожекторами, но все достаточно обычно. Очень интересненько. Так, кто-то вызвал, походу, лифт. Так, хорошо, ребята, выходим отсюда. Выходим из дома, пока можем. Здесь вообще происходит какой-то жесткий кипиш. Эти девчонки наряжаются, у них вообще вечеринка, их тут уже дофига. Белка куда-то пропала, может быть, они ее съели, ребята? А если они съели белку? Офигеть, они съели белку. Куда белка? А, вот вроде белка, нет? Это не белка, ребята, куда белку дели? Офигеть, вы белку сожрали, что ли? Давайте посмотрим, что происходит дальше. Ну, здесь полный, конечно, движ Париж. Что происходит в следующем доме? Что еще? Вот здесь у нас достаточно все тихо. Адиба, кстати, опять. Она у меня уже в каком-то видео была, нифига себе, мы тут с ней вместе тусуемся. Здесь ничего вообще нет, ребята. Все просто супер скромные жители, у которых ничего не происходит. Здесь просто у людей намечается огромнейшая вечеринка, так и все. И все, ребята, давайте мы, наверное, сейчас попробуем взять байк и доехать на спаун, посмотреть, что на спауне. Что могу сказать? На этом сервере люди любят тусоваться и драться диванами, серьезно. У нас на этом сервере дрались диванами, все, что происходило из интересного. И на этом сервере огромная какая-то тусовка с прожекторами и со всем чем угодно. Давайте посмотрим, продолжается ли здесь борьба диванов. Нет, ребята, но очень много ребят появляется прямо на этом сервере. Короче, могу сказать, что в принципе все ведут себя достаточно прилично. А, о, со мной кто-то увязался. Так, все ведут себя прилично, кроме драки на диванах и гигантской вечеринки. Но вечеринка — это неплохо. Ребят, напишите в комментариях, как вам такое видео. И хотели бы вы, чтобы я проследила за вами.